Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем играть в Hollow Knight. Что ж, на очереди у нас 56-й ход. Мы вошли в средневековье и мы играем за хмеров. Итак, какое у нас положение дел? На меня напал все-таки поляк. Тварь такая. Вот здесь его отряд. Блин, надо было ему только садиться на ПС, конечно. Очень не вовремя. Так, пока он здесь нападает, мы можем забрать руинку. Забираем. И что у нас получаем? 120 голды, кстати. Тоже неплохо, на самом деле. Блин, хотелось бы, конечно, взять этот город, но я явно здесь проигрываю. Я не знаю, что мне нужно сделать. Тут два мечника и бессмертный. А тут, блин, по-любому будет... Два. Ну, тут как минимум 4, скорее всего, да? Население. Мне бы, конечно, сюда какое-нибудь подкрепление. Давайте мы сбегаем и захватим вот этот вот маленький город. О, смотрите-ка. Мореходство. Первый вопрос. Как бы мне теперь защитить Фивы? То есть, по-любому здесь отряд, блин, еще с двумя звездочками. Надо как-то отбивать теперь город. Давайте здесь... Блин, 7 ходов. Ладно, не будем рисковать. О, тем более точно межслоники пошли. 1400. Нифига себе, конечно, слоник. Блин, а? А я столько промку захотел сделать. Всего 264 промки. Это, конечно, кошмар. Есть 240. Вообще ни о чем. Два хода, два населения. Возьмем-ка еще пока пару бессмертных. Блин, почему здесь нельзя сделать нормальную очередь, а не вот такую вот фигню страдания? Так, один ход. Наверное, еще надо бы взять колесницу. А нет, вот. Два хода. 500. Давайте мы сделаем так, и еще троих я точно получу. Так, кстати. У нас здесь высадка в Нормандии, так сказать. Ой, блин, здесь так ресурсов, конечно, мало. Железо и, скорее всего, нефть. И наши добрые наемники. Отдать аванпост. Нет, я этого делать точно не буду. Это какой-то маразм на самом деле. Если они хотят, чтобы я этот аванпост отдал, нет, ни за что. Но зато, кстати, прикольная фича. То есть такое еще я что-то не замечал. Либо, ну да, скорее всего, я просто-напросто не смотрел и не замечал этого. Итак, у нас здесь есть Кейт. Блин, надо бы сжечь его, конечно. Сколько интересных ходов мне, чтобы его сжечь? Блин, харапает. Там, конечно, 27 населения. Здесь надо на толпу нападать. Если я буду нападать маленьким отрядом, мне просто вынесут. То есть, соответственно, мне надо всеми тремя отрядами бежать на него. Я, конечно, не знаю, у них там, как война проходит на территории. Ну, у него тут... Вот это, блин, просто офигенный город. 4. А, он 5 населения, да? Да, кстати, вот может так тоже сделать мне. То есть получается мне 605 очков, и вот как раз к Мемфису можно, конечно, поглотить этот вот небольшой остров, и, соответственно, к Фивам. Кстати, может быть, так и сделать. Сколько? 239. Оп, я перехожу в новую эпоху. И здесь 284. А, из-за присутствия вражеской армии, ё-моё. Ну ладно, ладно. Из-за чего приходится так делать? Банально, из-за лимита городов. Мне здесь просто невозможность все сразу присоединить. Тем более, сейчас все на города будут захватывать, так что... Выбор не особо большой. О, Барай.
Но я здесь по-любому не смогу построить. Так, переходим в следующую эпоху, значит. Ты тоже-то перешел. Нет, средневековье. Только получается один перешел. Давайте посмотрим. Поляк, хмеры, голландцы. Ну, кораблики здесь мне нафиг не нужны. Иракезы. Кремниевое оружие. А, заметь, только отрядами на соседней клетке. Ну, блин, это хорошо против людей. Ну, никак не... Вот, часоны, кстати, тоже бы прикольно. Я бы взял, конечно, часонов с наукой, но нет. Лешки с ракетами. Огнестрельное оружие после перехода в эпоху раннего времени. Так, тяжелое вооружение, отряд дальнего боя. Отряд цельниц может перемещаться в следующем ходу, а его бы мощь снижена. Ни разу, кстати, не пользуются этой штуковиной. Ой, куда я пришел. Интересно, конечно, насколько они интересны. Думаю, принятие социального института, влияние. Ну, влияние, конечно, такое себе, мне сейчас не надо. Моголы, конечно же, это промка. Промышленность тоже бы мне сейчас надо. И османы, и янычиры. Тяжелое вооружение изменяет стоимость промышленности на 50%. Боевая мощь тяжелого оружия плюс 3. Ну, блин, тяжелое оружие я практически ни разу не воспользовался. Огнестрельное оружие. Кстати, насчет огнестрельного оружия. Вот оно. 7 ходов. То есть, соответственно, мне надо открыть. А, да, наверное, даже не обязательно открывать это. Минимум феодализм взять. Попробовать потом огнестрел взять. Рекбузеки. Соответственно, мне надо по-любому брать тогда. Либо... А кто у нас? Экспансы. Огнестрельное оружие. Моголы. Осадное орудие. 49, кстати, офигеть. Силы. Канонир. Канонир. Так. Вера в округ, влияние. Но опять это на влияние. И это что у нас? Тоже огнестрельное оружие. Так, мне, кстати, испанцы интересно посмотреть. А твою дивизию. Боевая мощь отряда начинает ход на несоюзной территории. Плюс 3. Несоюзная территория? Интересно. Вера за население... Вот такое говно на самом деле. Есть только ради вот этого брать. Дает дополнительные деньги от побед в сражениях и грабежей. Офигеть. Кстати, если много воевать, то, соответственно, можно деньги заработать. И японцы. Централизованная власть. Так. Когда сразу против конницы не дают армии отступать. Тоже, кстати, прикольно. Влияние на единицу населения. И Венеция. Торговых путей, но у меня их мало. Блин, тут, конечно, поляки, централизованная власть. Укрепленный округ, плюс 10, стабильность, плюс 2. Прикольно. Промышленность, плюс 3. За рабочих, плюс 3, блин. Лишь 4... Территории в вашей сфере влияния, столицы, плюс 2 промышленности, офигеть. Нет, я беру, короче, моголов. Если получится, то возьмем потом слоников. Так, я с вами еще не сходил, да? Ой, я же тут хотел территорию захватить, я вспомнил, что здесь делал. Бездействуешь. Так, я хотел... Я вспомнил, что я хотел. Я хотел поглотить эту территорию. Потому что этот город просто бесполезен. Кстати, посмотрите. Здесь территория, это, блин... можно просто спалить его. Это даже не город. Новая эпоха. Опа-па, смотрите-ка.
На меня напали. Это ж насколько нужно было вовремя построить войска. Так, теперь вопрос. О, нифига себе, я его окружил. Так, соответственно, если я его окружаю, то мне надо его окружить нормально, а не такой фигню страдать. И вот здесь тоже надо. Ты здесь нафиг не нужен. Встань здесь. Там даже если кто-то будет нападать, то плевать. Так, конница, уйди отсюда. Ты будешь по морде получать. Нету. Простите, не надо. Блин, а, кстати, двуручка. Так, ты здесь, ты здесь. Все отлично. Слушайте, если мы все-таки отобьем эту атаку, можно будет даже вот этими двумя отрядами пойти в атаку. Ну, минус. На рабочих на самом деле плевать. Здесь самое главное — это именно копейщики. Да, он будет здесь прорываться. Ух ты, блин, офигеть, конечно, вышел. Ну, мясо дохнет. Тут плевать на него, на самом деле. От этого я не такого... Что-то теряю много. Так. Так, котик ко мне пришел, болей за меня. Так, 11:15. Плевать, нападаем. Ага. А, это лучник. Так, кто у нас тут еще ходит? Мне надо, чтобы ты передвинулся сюда и уничтожил здесь конницу, иначе она меня тут бомбить будет. Я что, здесь он мне сверху будет больно делать? Не страшно, так. Убиваем. Так, ладно, пока встанем. Здесь я не хочу, чтобы подкрепление приходило. Иначе мне больно и так делают. Ох, нифига, я ему тут урона наношу. Здесь можно отступить, наверное. Кстати, да. Давайте отступим. Я не хочу, чтобы он, я потерял копеечка. Я лучше потеряю вот этого вот рабочего, чем все остальное. А, я уже сходил, да? Ах ты гад. Да, конечно, арбалеты больно бьют. Очень больно. Особенно двухзвездочные. А, это даже один звезд... Одна... с одной звездой так выносит. Ничего, сейчас мы его убьем здесь сверху. Подойдем, окружим и убьем. Крепление у него я не вижу.
А пока по цену потерь идем. Так, я там смотрю, еще один отряд идет. Так, встанем сюда. Так. Ну-ка, пойдем сюда, сходим. Ай, блин, я не сходил. Ах ты, черт. Окей, а ты добежишь? Молодец, добегает. Вот это понимаю, полезный воин. А не какое-то там... говнецо. Так. Нифига себе, все равно. А здесь я не добегаю. А нет, смотри, добегаю. Блин, если бы я, конечно, не перекрыл вот это подкрепление, я чувствую, мне бы тут просто вынесли в одну калитку. Конечно, эти воины просто жесть, как больно бьют. Дальше я уж ничего не смогу сделать. Ух ты, ё-моё, нифига себе, минус 37, просто так. И умер. Выгнали кошку. Так, все, нет? Отлично. И теперь можно саму атаковать. Только вначале похилим. А то как-то все ранены здесь стоят. А тут у нас еще две конницы, еще это, да? Деньги у нас есть, так что расстраиваться я не буду. А, я не могу, да, сходить. Ладно, сейчас слоник здесь появится, будет нормально. Опа-па, смотрите-ка, у меня все-таки есть... А, это не мои ресурсы. А у меня-то хоть есть? А, есть, смотри-ка. Уже хорошо, уже жизнь удалась. Что здесь такое? Торговая компания. Ах ты, тварь. А это что за говно? Кинеры. 35 силы. И арбалеты. Кстати, 5 силы. 5 единиц. Блин. Надо отступать. Что ты от меня хочешь? Ты хочешь меня войну объявить? Зачем? Вопрос, зачем ты хочешь меня войну объявить? Два шестнадцать. Два шестнадцать. Не, давайте здесь попробуем город поставить. Тем более, смотрите, здесь селитра есть. А вдруг мне повезет? А, я вспомнил, что у меня преимущество. У меня две звезды. И здесь тоже двухзвездочный. Ну, у меня сколько? 31 сила. А у этих пикинеров 34, 29, 29. Блин, они сильнее меня. Вот урод, армию, блин, накопил. Ладно, давайте отступать.
Я не думаю, то, что он, конечно, успеет. Три хода. Он на керму по-любому нападет. Его по-любому захватят. Ладно, давайте посмотрим, что будет дальше. Четыре, пятнадцать. Ладно, ставь здесь город. Тут без разницы. Начата культура ассимиляции. Да ладно, плевать. В общем-то, все равно культура моя. Ой. Не культура, а территория моя. Так что вообще все равно. Интересно, я смогу захватить? 83-81. Теперь я даже смогу. Блин. Ладно, пока тут все нормально. Нас ходов. А это что у нас? А, на промышленность. На самом деле здесь надо... Доступна точка появления. А что, он не может построить точку появления? Я не понимаю этого. Так, ладно, давайте здесь построим эту штучку. Гарнизон. А потом уже... Блин, ну, 4 населения. Тут, конечно, армия вообще ни о чем будет. Ну да, пошел в осаду. Блин. Защитите свой флаг. У них там арбалеты, вот это самое плохое на самом деле. Он... А, на меня вообще напали с другой стороны. Да ладно. Так, там он поднимется. Это же... А, все-таки есть арбалет. И у него... Кстати, интересно то, что все-таки здесь я смог привести как этот крепление главной площади заменить. Ладно, плевать, заменим. Блин, хоть уводи их. Ладно, уводим. Потому что это будет бред. Если я не подведу эти войска, я потеряю город, не хочу терять город. Так, что у нас, осада? Почему я должен... А, ну понятно, совершить вылазку. Так, в сторону. Вниз. Ну, давайте вниз станем одним человеком. Давайте даже не одним, двумя. Мало ли нас пройдет.
34-46, вообще круто. Бум-бум. Расстрел. Я честно не знаю, на что он рассчитывал. Тут я смотрю, кстати, ничего. Подкрепление, да, будет. Понятно. Соответственно, надо подготовиться еще к этому. Так, тут их я по-любому выбью. Тут он не должен меня бить, так что давайте с вами здесь. Не дадим ему прохода. Так, ты в сторону. Даем проход врагам. И здесь добиваем конницу. Минус. Что у нас там в подкреплении у врага будет? Арбалет, конница и 2-3 мечника. Блин, ну конечно арбалет такой себе. Блин, как круто, конечно, бегают эти копейщики, это жесть. Так, а ты, наверное... Ладно, встанешь здесь. Будешь защищать эту точку, если что, на арбалет пойдем. Катина расстрелял. Тут на конницу будут нападать, естественно. Ну, конницу, блин. Лошадок, блин, все короче, лошадки, конница, слоников, ёпрсте. И смотрите, как насколько одна... Один слоник просто выносит вот это вот весь трэш, то, что здесь творится. То есть минус 3 сразу воина. Так, теперь здесь. А, я здесь пройти не могу, блин. Я на что надеялся-то вообще? Минус. Минус. Ну, здесь я туда не пойду, потому что это самоубийство просто-напросто. Минус. Так, кто тут? Давайте сюда встанем.
и ты нападешь на арбалетов. Ну да, такое себе на самом деле. Интересно, он будет по ним стрелять или нет? Если будет, то он, конечно, его убьет. Надеюсь, что не будет. Опа, он другого. Рабочих убил. Наплевать. Поднимаем уровень клонику. Как можно быстрее, чтобы он поднял. Так, ты здесь мешаешь? И убиваем последнего арбалета. Я смотрю, тут еще что-то бежит на помощь. Так, победа. Отлично. Настроение у него падает. И мы присоединяем территорию. Да, слоники начнут делаться, будет легче. Хотя бы как минимум я смогу атаковать уже. А, блин, как атаковать? Я хотел уже отбить сейчас атаку сверху, потому что сейчас мне тут в осаду берут. Так, ну то, что он вошел в город, плевать. Это интересно, здесь он может зайти или нет? Если... А, еще вопрос. Нет, не могу, да, и я не могу. Ну, тут банально тогда держим оборону. Чуть-чуть меня будут бить, но не страшно. Ну, тут... Смысл мне что-то, подкрепление какое-то... тащить. Как мне его отбивать, только хотя попробовать. Я не смогу, да, здесь никак спуститься. А нет, смотрите-ка. То есть если я... стану сюда... Здесь я, конечно, не достреливаю, но хотя бы вот этих вот, кто на речке стоит, очень хорошо будет убивать. Минус 15. Вообще замечательно. Так, я, конечно, не смогу уехать, но следующий ход, и у меня уже будет стрелять две колесницы. Кстати. Давайте еще попробуем туда притащить копейщика. Чтобы он защищал меня от этого двуручного, ну, уже от двуручного мечника. Так, я блок поставил, да? Хм, он не достреливает. В общем-то, круто. А, нет, достреливает. Колесница стреляет. Ой, да ладно, серьезно? Да ты зараза, значит. И он тут сверху будет бить по мне, да? Ничего, мы отъедем подальше.
Вот так, как тебе такое, а? Да, я, конечно, по морде получу. Ох, блин, это серьезно, по морде получу. Черт, я просто так потерял воина. Как-то я слишком обнаглел. Так, ну хоть блок меня защитил, конечно, радует. И минус двое. Так, прикольно, если я отсюда смогу стрелять. О, отлично просто. Еще отсюда, ох, блин, я сейчас постреляю. В следующем ходу ничего страшного, в общем-то, нет. Лечимся. Тут что за говно приперлось? Хорошо, давайте вначале убьем воина, а потом уже будем убивать, сажать замок. Блин, ладно. Уплываем. Надеюсь, он без различия. Да, отлично. Можно, кстати, отдать территорию ему. Как у меня тут будут отношения? А, он еще не появился. Ладно, посмотрим, что будет. Плевать на это место. Если я потом подниму с ним отношения, я все равно заберу его территорию. Так. Блин, тут, конечно, было бы замечательно получить Лоника за 1000. У меня будет преимущество с арбалетами. Да, давайте все-таки купим одного, как минимум. Остальное я же покупать не буду, потому что и так слишком дорого. Так, один и еще второго. А, уже три хода. Да. Так, ладно, давайте тогда строить все, что связано с деньгами. Ой, с деньгами. А, с едой. The only thing more impressive than that are the citizens' waistlines. Так, там он, смотрю, уже нападают. Я же улучшил. Да, все, давайте строить огнестрельное оружие.
И осадное орудие. Так, отлично. Самое главное здесь преимущество именно в войсках. Да, конечно, у меня будет... Точнее, не будет. У меня уже потери по науке. У меня... Блин. Это я зря сделал. Надо было лучника убивать. Да, тут арбалета хорошо стреляют. Ладно, ничего страшного, мы отступим. Мы люди не хитрые. Спустя века все равно колесницы тащат. Так, теперь что у нас здесь? Подкрепление будет. Но я еще до сих пор не построил склонника. О, нифига себе, кстати. Раньше такого нельзя было, то чтобы вот так вот подкрепление подвести. А, этого тоже все равно нельзя. А, у него вот он. Офигеть, у него тут арбалетов. Это жесть. Умная тварь, а? И самое главное, печально, то, что я не смогу не дать им выйти. Парк 351. Мне бы у них что-то захватить. А разношерстная, конечно, команда. О, нифига себе, тут сразу же сколько плюсиков. Плюс 50. Ничего страшного, давайте возьмем. Защитить свой флаг. А что у него за... Арбалет. Офигеть, конечно, я тут поубиваю сейчас. Да, у него здесь, конечно, преимущество. Потихоньку, полегоньку, здесь, если смогу все-таки взять эту точку. Если, конечно, ее можно взять.
Минус 40. Я самое главное защитил свой флаг. Это самое главное. А нет, нифига не защитил. Он мне тупо сейчас расстреляет. Вот блин. И что мне делать? Я потерял армию. Что за говно у меня здесь строится? Кто-нибудь мне объяснит? Это, конечно, хорошо, потому что есть стража, там еще всякая гадость. Но мне кажется, здесь нужна армия. Армию. Точка появления. А. Колесница. Вот почему я делаю именно слоников? Банально из-за того, что... Нифига, 320. Ромки, и сразу в один ход строятся слоны. Прикольно, кстати. Это сразу такое подкрепление, так сказать. Теперь надо подумать, что бы здесь сделать. Дождаться двух слоников. Копейщики, два копейщика, два лучника. Территория говно. Хотя... Ну, говно территория. Вполне прилично. Давайте попробуем. А, я вспомнил, почему оно говно. Потому что здесь эти уроды появляются. Но они подняться не смогут. Так что... преимущество на моей стороне. И даже если они... Нет, они не смогут стрелять. Так что это бред полный. Они все-таки смогут. Ох ты, как вы встали-то здесь красиво. Ох, если это будет, если это битву выиграю, конечно, у меня будет, я вина преимущество с оранжевым. Главное здесь победить. Здесь интересно, как они так ползают по горам? Это же бред. 16.51. Там убийца чертовый, блин. И что, он здесь тоже поднимется? Как вы так делаете? У них какой-то плюшки в этом плане, что ли? Первым делом будем выносить лучников. Потому что все остальное мне как-то глубоко плевать. Пятнадцать, 30. Ну, как-то слабовато, конечно, на самом деле. Но надо именно лучника выносить. Они мне больше урона наносят. Нифига тут, конечно. Так, мне надо спасать-то, получается, конницу. А, понятно, это мечеборец.
43, так. Самый главный вопрос, могу ли я... Так, за стену это хорошая идея, на самом деле. Там он мне будет меньше урона наносить. На речку, блин, вставать. Ну, придется мне вставать, конечно. Хотя, зачем? То есть, туда встанет... Вот этот черт. Не хочу, блин, так туда подходить, мне просто там расстреляют. Может быть, и не расстреляют. Ладно, давайте встанем. Надеюсь, у меня все будут живы. Ну, в общем, как-то так. Ждем атаки. Да, это, конечно, таки знал, что будут по нему стрелять. На самом деле, это не так страшно. То есть, если бы они стреляли по копейщикам, мне было бы намного больней. А так они встали, пропустили ход. Ох, нифига. Они тут, конечно, его вынесли просто. Просто в говно вынесли. Пока бегают, мне от этого только в кайф. Ух ты, блин. Тут зашли таки на речку. 23-25. А, они сверху меня бьют. И еще минус копейщик. У них минус 2. У них, кстати... Больше на двоих. Да. Ух, так. Ничего, чувак, я тебя не оставлю. Покоя. Тебе вынесет столько этих арбалетов, ты офигеешь. Да, к сожалению, надеюсь, мне очень хорошо.
Я их у них троих убил. У меня троих убили. Да, эти тоже копейщики тут, блин. Но у них силы больше. 35 сил, это просто жесть. Сколько бы у меня не было звезд у моих воинов, но у них всего 30 сил. Это вообще ни о чем. Мне нужны тоже пикинеры, но у меня скоро будут мушкетеры. А мушкетеры уже будут тащить дальше сами. Никакие тут копейщики, лучники, арбалеты не помогут ему выжить. Прикольно, конечно, они так по горам ездят. Это просто жесть, конечно. Будем защищать нашу самую мощную единицу, слоника, блин. Пусть заходит, пусть тратит ходы. Нафиг. А, тут я, скорее всего, проиграл, так что я дошмучиться не буду. Хотя давайте еще попробуем здесь присоединить вот это войско. Тут кто-то еще, что ли, присоединился? Вроде как нет, так. Тут ползем и строимся. Ладно, убираем все это говно. Хотя бы один квартал точно построю. Дальше слоников. Что еще могу построить? Пока ничего. Кстати, у меня есть идея. Беги сюда. О, наконец-то. Блин, у них еще 3 арбалета. Ну, снеслись с одного хода. Отбиваюсь как могу. Блин, я битва, конечно. 1, 2, 3, 4, 5. Терех убил, у меня... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 убил, блин, зараза такая. Так, кого будет за вас первых убить?
Беги за мной. Так, ладно, пока подумаем. Интересно, я успею или нет? Один ход, два хода. Но мне в любом случае нужны. Хотя, что мне сейчас толк от этих бессмертных? Вообще никакого нет смысла их строить. Смысла нет никакого. Ладно, пускай там чудо света построится. Будем копить на мушкетеров. Что ты хочешь? Кто ты сказал? Кстати, у тебя есть какие-то новые ресурсы? Благовония. Давай покупаем. Сорок 43-49. Ничья. Ну, на самом деле это прикольно, то что ничья, хотя бы ничья. И хоть строить их клонников еще в большом количестве. А может действительно лучше подстроить? Чем мне мелочиться? У меня тут кризис, блин, война. Я думаю о всякой фигне, блин. Тут противника, чё он так долго струхует? А, он сюда арбалет припёр. Ну все, слоник пал. А вместе с ним все остальное. Он добежал, серьезно? Блин, надо было дальше бежать в таком случае. Блин, тут он будет сверху бить. Ну-ка, отойдем сюда в сторону. Выживет? Нет, не выжил. Жаль, конечно. Но я эту точку все равно постараюсь отбить. Я тебе еще крови попью, скотина. Поражение. Это что? Что за? Что за гадство? Крестьяне. 27 силы. Ой ты, блин. Если честно, было прикольно, если бы я проиграл. Ну тут осталось остатки. Надо будет добить их. Так, самое главное здесь, 43, ну да, у него победа, у меня поражение.
Серьезно, у меня верховной езды до сих пор не было. Что на меня нападает? Блин. Он тоже уже построил. Плюс у него еще подкрепление. Два арбалета. Тут большая проблема даже не в арбалете, опять-таки. А в двух пикинеров. Ну все. At this rate, the entire city is going to turn into an automaton. Кстати, а почему эти слоники у нас? Ну-ка, давай корпорацию построим. Мне не нужны такие бесполезные слоники. А, нет, все-таки не полезно. Все, блин. Не туда посмотрел. Так. Все, давайте убивать их потихоньку. И принести себе победу. Арапа, кстати, это что, столица, правильно? Блин. А вот это уже плохо. Блин, как знал, что тут будет еще что-то припрется. Это жесть. Я отступить не могу. Как же я люблю, блин, воевать на 2-3 фронта. Это просто жесть. Хотя, что я здесь могу взять? Содержание военных. Прибавка к военной поддержке при победе захватческой империи 20. Интересно, в чем разница? It may be easier to make friends than to rule a larger empire, but do you seek moral or practical superiority? Слоники, слоники. Кроме больше слоников. Блин, тут, конечно, расположение такое отвратительно, просто кабзец, на самом деле. Защитить, ну он тут расстанет и все, меня просто вынесет
в одну калитку. Это ж надо было так умудриться встать-то. Такое расположение отвратительное. Сразу, ну как я и предполагал. Просто, то есть это минус 4 воина, 5. Сразу в один ход. Вот такие дела. Я даже одного, скорее всего, не смогу убить. Жесть, конечно, конница меня вынесла моих слонов. Ну, одну лошадку я убил. Поздравляйте меня, блин, с этим. Больно. Как можно было одним отрядом пойти на такую зловещую империю? У него все сделано, чтобы воевать. Не чтобы дождаться победы, ну по очкам банально хотя бы, взять у него контрибуцию и все, и дальше готовиться к войне. Нет, и все, теперь вот у него счастье пошло, и по минус все. То есть это поражение, блин, причем реально поражение. Ладно. Всем спасибо, кто посмотрел эту серию. Ну и до встречи. Всем пока. Тут уж как получилось, к сожалению.